Thank you.
команды ТЭАРТ. Длительная подготовка и удивительно продолжительное эмоциональное содержательное шоу. Спасибо огромное. Кстати, одного из ребят мы просто обязаны сейчас спросить его видение или ее видение содержимого этого спектакля. О чем он? Вдруг кто-то чего-то совершенно случайно не понял. Я сейчас обращусь к молодому человеку, у которого сбоку из головы другие головы повырастали. Скажите, пожалуйста, вот ваш образ, он чем навеян и вообще сюжет этого удивительного выступления? Кто-нибудь когда-нибудь слышал о Хроносе? Друзья, кто никогда не слышал о Хроносе? Да! Кричат все. Да, все в курсе. Хронос – повелитель времени, создатель мира. Хронос – создатель мира, повелитель времени. Это его подчиненные, это само божество. И мне даже кажется, если мы все хотим долго и счастливо жить, то Хроносу больше лучше вопросов не задавать. ТЭАРТ! Удивительная студия, замечательный театр. Спасибо огромное, аплодисменты!